Всем привет, с вами Топчик ТВ, с вами я, Ксюша. И сегодня у меня распаковка бумажных сюрпризов. У меня уже была первая часть. Сейчас мы откроем сюрпризы. Как вы видите, я их очень-очень много надела. Ну что ж, приступим к распаковке. Первая коллекция, это у нас участники XOTY. У нас есть пакетики. Вот, они разные, и их... Раз, два, три, четыре, пять. Пять пакетиков. Давайте возьмем вот этот. Вот такой пакетик мы с вами сегодня возьмем. Вот так. Теперь у нас следующая коллекция. Это будет слово. Слово у нас, это у нас только получается два пакетика. Какой выбрать? Давайте выберем вот это. Так. Дальше у нас Мотя, Бигги, Мотя. Вот так. У нас есть три пакетика. Здесь написано «что», здесь цвет. Здесь написано Мотя, Бигги, Мотя, «привет», «ням» и «что». Давайте выберем вот этот пакетик. Так. Теперь у нас лягушонок Пипу. Давайте выберем вот это. Здесь написано лягушонок Пипу и большой ква. Выбираем. Тут у нас подушки. Подушки у нас только один пакетик, поэтому давайте оставим на следующее видео. Дальше у нас есть картошечка. Давайте выберем синенький пакетик. Так, дальше у нас коллекция «Приготовь». Какой пакетик выберем? Давайте выберем вот такой пакетик. Так, ложим. И сегодня мы будем смотреть вот эти вот сюрпризики. Так, ребята, давайте начнем с коллекции «Приготовь». Открываем. У нас тут есть вот такая вот черненькая открывашечка. Нам что-то попалось под номером 4. Интересно, что это такое? Ладно, положим в сторонку. У нас коллекция «Картошечка». Открываем. Так, вот наша картошечка. Наша картошечка что-то не хочет вылазить. А вот она. Так, смотрите, какая она миленькая картошечка попалась. Она почему-то плачет. Странно. Теперь у нас коллекция лягушонок Пипу. Открываем. Какой классный лягушонок. И он говорит... Вон пошел. Такой лягушонок. Дальше у нас Мотя, Бигги, Мотя. Распаковываем. Опа, я уже достала. Он тоже снятый. Какой классный, ребятки. Смотрите, он говорит такой, что? Такой классный Мотя, Бигги, Мотя. Дальше у нас коллекция слова. У нас здесь пуговки. Э, К, Н и В. Вот еще буковки. Смотрите, какие тут буковки. Так, и последние участники X. Раскрываем. Интересно, какой же нам участник из XOTY попадется. И нам вот такая девочка попадается. У нее такая кофточка и такие красивые волосы. Ну, а на этом было все. И всем пока-пока!